кнопочку выключения телефона, как если телефон выключить, то и камера выключится. Короче говоря, Марина там практически, ну, палок 10 осталось от общей сложности, и вся она перешла своими ногами, и БУПТ такой стоит. Ну, у меня на крайнем ролике вообще было, крайний ролик, в смысле, деревни, который я делала, в самом конце там было совсем чуть-чуть, можно было видеть этот палец, в камеру лезет малины. Ну и, в общем, с одной стороны там еще надо будет тоже вырезать за сарайкой нарасло. Причем как бы хорошую малину надо будет оставить, на которой уже листики, а сухую надо будет уделать. И еще мне надо будет привести в порядок отсюда, потому что не видно. Он там совсем такой вот, вон там. Это, короче, смородиновый куст. Последний, наверное, из старых кустов. И, в общем, надо будет тоже из него траву всякую выдрать и сухие палки обсобачить. У меня тут картошка быстренько, которая была в горке. С прошлого, наверное, моего бытия. Или когда там ее привезли. Вон там рамки. Родственники у меня к пчелам ходят. Я сейчас только что обожгла этой картошкой быстрорастворимый кусочек неба. В районе тех зубов, которые все никак не вырастут. Не особо приятно, но вот думала, что сухая она, в смысле холодная, остывшая, а она вот еще нифига. Печка, видавшая виды. Инструменты для натягивания воска на рамки. Ну и потом, может, еще засниму что-нибудь. Ну, как бы завтрак туриста или обед. А вот просто так немножко рамочек на 200-летнем диване. Ну, Маруся съехала. Вот в смысле. А кто это тут у нас? Это березка растет. Блин, что-то у меня такое все увеличенное, как оно увеличилось. Кажется, тут чуть ли не шестикратный зум. То ли вишня, то ли слива. Чем-то таким сладеньким пахнет. Результат трудов моего действия. Эти палки. Это крапива сушеная. Вот теперь как. Тут еще маленько растет. И калинка цветет. Она калине ни хрена нет. Она вырублюсь. Черемуха, самосев.